Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья, мне приятно с вами познакомиться. Звоню вам касательно вашей оставленной заявки по инвестиционному проекту. Припоминаете что-то? Дарья, а по какому инвестиционному проекту? Какую компанию вы представляете? «Газпром Инвест». Да, слушаю вас, Дарья. Интересовались дополнительным доходом? Да, было дело. Так, я немного вас плохо слышу, вы прерываетесь? Дарья, ну, наладьте связь, перезвоните, тогда поговорим. Я вас хорошо слышу. Да, ну хорошо. Я, в принципе, вас тоже, но вы немного прерываетесь. Ну, это так. Если что, вдруг я не услышу, вы мне повторите, хорошо? Ну, Дарья, если вы не будете меня по 100 раз переспрашивать одно и то же, я вам повторю. 100 раз не буду. Я, в принципе, вас хорошо слышу. Ну, отлично. Просто могут, да. Угу. Скажите, у вас был ранее опыт в сфере инвестирования вообще? Что-то слышали, возможно, читали где-то в интернете? Нет, опыта у меня не было, да, так что-то слышал. Возможно, что-то читал в интернете. Ну, знаете, так, поверхностно, да? Да, в общих чертах. Ну, смотрите, здесь в этом нет ничего страшного, потому что к нам очень много приходят людей без опыта, и у них все получается. У вас тоже все получится. Ага. Здесь нет ничего сложного и страшного, да. Но для начала я должна знать, сколько вам полных лет и гражданином какой страны вы являетесь, так как мы работаем в рамках закона нашей страны. Дарья, так я тоже в рамках закона работаю, поэтому мне для начала нужно узнать, что вы конкретно предлагаете, а только после этого, когда я смогу понимать, с кем я общаюсь и что конкретно мне предлагают, я смогу ответить на ваши вопросы. Понимаете, если вам 16 лет, допустим, то я не смогу с вами сотрудничать вообще. Дарья, я совершеннолетний. Компания не сможет с вами сотрудничать. Я совершеннолетний. Ну что? Я совершеннолетний гражданин со всеми правами и обязанностями. Хорошо, но все-таки по политике безопасности нашей компании я должна знать. Дарья, а как может мой возраст отразиться на вашей безопасности? Хорошо. Скажите, а что хорошо, Дарья? Гражданином какой страны? Алло. Константин. Да-да. Я работаю в компании. У компании есть определенные требования к своим партнерам. Правильно? Если вам 15 лет, 16 лет, 17 лет... Дарья, я совершеннолетний, я вам сказал. Хорошо. Вы гражданин РФ? Да, все верно. Все хорошо. Вы вообще почему заинтересовались дополнительным заработком? Потому что я заинтересовался дополнительным заработком. А что хорошо. Мне могло помешать этим заинтересоваться? Или вы считаете, что это может помешать? Ну, нет, я не считаю. Просто люди приходят вообще с разными целями. У кого-то это погашение кредита, ипотеки. У кого-то это какие-то свои цели. Ага. Да я вы с какой целью пришли в эту сферу? Я пришла? Да. Но какая вам разница, если вы заинтересовались, я звоню вам, чтобы вас вообще знакомить с данной сферой? А, ну просто я думаю, мало ли вы у меня спрашиваете, я думал, что я тоже могу у вас спросить, почему вы заинтересовались этой сферой. Ну если я не могу, тогда ладно. Это не очень корректно будет. А с вашей стороны корректно? Ну, вы клиент мой. Я вам звоню. Я еще не ваш клиент, Дарья, секундочку. Я еще не ваш клиент. Я ничего не услышал о том, что вы предлагаете и на каких условиях. Хорошо. Давайте тогда поговорим о том вообще, где мы будем с вами работать. Я вам расскажу. Если у вас будут возникать по ходу какие-то вопросы, вы задавайте, не стесняйтесь, останавливайте меня, перебивайте. Конечно, конечно, Дарья. Вопросов я будет вас... много. Да. Угу. Хорошо. Вы вообще знаете, что такое финансовый рынок? Дарья, вы же хотели рассказать, а не вопросы мне задать.
Я понимаю, но я должна знать, что мне нужно вам рассказывать и как все, мне нужно Дарья, вам мне нужно рассказывать вы понимали все. Меня. Я понятливый. Хорошо, я... Вы рассказываете, а я уже дальше буду задавать вопросы. Мы же с вами так договорились. Хорошо. Да. Давайте так и будем следовать ранее выбранной стратегии нашего общения. Да, хорошо. Я вам буду объяснять просто, чтобы вы понимали. Хорошо, Дарья. Финансовый рынок – это, по сути, такой же самый рынок, как у нас с вами за окном, только вместо всего, вместо овощей и фруктов мы будем торговать активами. Ага. А какими активами, покупать? Дарья? Такие, как газ, нефть, драгоценные металлы, какие-то сырьевые товары. А, например, какие сырьевые товары? Это валюта. Газ, нефть и драгоценные металлы – это не сырьевые товары, а сырьевые товары – это какие? Вы понимаете, если я буду вам все перечислять, это займет очень много времени. Нет, ну хотя бы несколько примеров, просто чтобы я понимал. О чем речь-то? Мне же надо понимать, правильно? Газ, нефть вам не хватает? Нет, но вы сказали газ, нефть, драгоценные металлы. И еще всякие разные сырьевые... А вот еще какие разные сырьевые товары? Послушайте, Константин, мне кажется, вы немного несерьезно относитесь. Почему? Я абсолютно серьезен. Просто в том-то и дело, что вам кажется, а на самом деле я очень заинтересован. Именно поэтому много это вопросов. Что? Я хочу... Ну, я очень заинтересован, да, именно... Поэтому много вопросов, как бы, потому что я хочу понимать, что как и что будет происходить. Угу. Дарья, я слушаю вас. Медь, алюминий, титан. Ага. Вы меня понимаете? Да, то есть, конечно. На всем этом можно зарабатывать. Ага. Да, вот. А каким образом зарабатывать? Покупать активы подешевле, продавать их подороже, соответственно, на разнице зарабатывать. Дарья, а мне хранить негде. Вот медь, алюминий, титан. Ну, Константин, мы же не будем покупать алюминий, мы будем покупать активы. А, активы – это не алюминий. Я имею в виду, вам не нужно будет алюминий нигде держать рядом с собой. Вы не будете его ни добывать, вам не будет его никто отправлять. Не, я понимаю, что только покупать. Угу. Ну, как это будет выглядеть? Алло, Дарья, я слушаю вас, Дарья. Вы вот человек без опыта? Я без опыта. Сейчас наша компания, мы будем вам... Да, предоставлять трейдера. Вы будете, вы будете хранить. Нет. Нет, я не трейдер, нет. Ну, ваша компания будет хранить, да? Нет, вы будете, у вас будет свой счет инвестиционный. Ага. Вы будете торговать на площадке, на платформе. Ага. Соответственно. И там все это будет храниться. А, хранится алюминий, нефть, активы. Золото будет на площадке. Да. Ага. Ясно. Да, Дарья, я слушаю вас. Ну, с этим вот, разобрались, вас Дарья. Трейдеры. Что трейдеры? Да. Вас будет сопровождать человек, трейдер, бизнесмен, независимый эксперт. Ага. У которого более 8 лет опыта в сфере вообще инвестиций. Также у него есть ага. опыт на мировой бирже. На мировой бирже, ага. Да, то есть вы не будете там да, сами заниматься... А мировая бирже, она где находится? Константин, да. Вы мне задаете какие-то глупые вопросы.
Но вы говорите, что у него много лет на мировой бирже. Так у меня просто вопрос, где находится мировая биржа? Вы будете с ним знакомиться, будете ему потом задавать вопросы. Потому что я их личной жизнью мировым и биржам. В целом жизнью не интересуюсь. Чьей личной жизнью интересуетесь? Я не интересуюсь жизнью, личной жизнью, обычной жизнью трейдера. Да это я понял. А мировая биржа-то где находится? Моя цель. Во всем мире. Люди же как-то торгуют. Мире? И с Москвы торгуют. С Москвой. Да, и в Японии как-то люди торгуют. И в Японии, Да. То есть мы не ограничиваемся какой-то московской биржей, мы торгуем на мировой бирже. Так а где? Ну, московская в Москве, да? Вот, а мировая где? Японская в Японии, да? А мировая где? Мировая – это весь мир, Константин. Ну, она где находится-то? Вот я же вам говорю, московская в Москве, правильно? Константин. Да, я слушаю вас. Вы вроде взрослый мужчина. И не глупый. Я уверена, что вы очень умный. Но вы мне задаете какие-то странные вопросы. Да почему странные вопросы? Вы говорите на мировой бирже. Я вот московскую биржу слышал. Слышал лондонскую биржу, да? А мировую биржу не слышал. Я просто спрашивал, где она находится. Все эти биржи можно назвать одним словом. А, они все входят в одну мировую биржу. Да? Так получается? Да, это в общем. А вот мировая биржа, она где находится? Константин. Да, я слушаю. Ну, хорошо, ладно, я понял. Вы, возможно, этого не знаете. Хорошо, давайте этот вопрос опустим. Нет, почему я этого не знаю? Я вам объяснила. Где тогда? Если вы знаете, Дарья, ответьте, где? Алло, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Некрасова, приятно с вами познакомиться. Я звоню насчет вашей регистрации на получение торговых индикаторов. Припоминаете? Напомните, что вы за компания? Смотрите, на самом деле вам сейчас это ничего не даст, но хорошо, напомню. Мы являемся учебно-аналитическим центром Freedom Finance. Учебно-аналитический центр Freedom Finance. Да, слушаю вас. Регистрацию помните, я так понимаю, правильно? Ну, Freedom Finance не помню, а регистрацию помню. Вы проходили регистрацию не у нас в компании, вы просто оставляли регистрацию на получение торговых индикаторов. И ваша регистрация попала к нам. Сейчас будет удобно тем паче. А как так получилось, что регистрация упала к вам? Потому что изначально вы заинтересовались в торговых индикаторах. А мы вам эти торговые индикаторы можем предоставить. Вот а рекламу-то кто дает? Как реклама идет? Да, рекламу кто дает? Наш отдел маркетинга. Ну хорошо, расскажите, да, что там про торговые индикаторы. Так, хорошо, смотрите, изначально я хотела бы вам несколько вопросов задать. Вы для себя рассматриваете индикаторы как для новичка или же уже как для опытного трейдера? Как для новичка. А опыт в торговле уже какой-либо имеется? Нет. Так, а подскажите, в целом вы сферой самой давно интересуетесь? Ну, какое-то время интересуюсь. И за это время вот как не решились, можно сказать, попробовать поторговать самому, да? А обязательно надо было? Нет, не обязательно. Просто иногда, скажем так, когда интерес появляется, то люди хотят проверить лично, как нужно ли вообще... Ну, знаете, кто как, кто может сразу это, да. Возьмет, бабки вбахает и сам потеряет. А кто-то с другой стороны заходит, сначала почитает, подумает. Вот. Тут у каждого свой подход, вы же понимаете. Конечно, понимаю. И вы, я так понимаю, ко второму варианту относитесь. Конечно. Да? Конечно.
Понимаю, хорошо. Я, скажем так, наверное, даже ближе к вашему варианту склоняюсь, чтобы вот сначала подумать, взвесить все за и против. Хорошо, я вас поняла. А если по времени, то, возможно, несколько недель, несколько месяцев интересуетесь уже? Ну, какое это время интересуюсь? А какая разница, собственно говоря, сколько я интересуюсь? К примеру, если сравнить тот же один день и один месяц, то количество информации, с которой вы... Хорошо, три месяца, 14 дней, 16 часов, 34 минуты, 28 секунд. Ну, если... Ладно, хорошо. Какие выводы? Что вам это даст? Вот я вам назвал, что вам это даст? То, что у вас была возможность ознакомиться с достаточно большим количеством информации. Да, я ознакомился с некоторым количеством информации. Хорошо, я вас поняла. Вы для себя индикаторы рассматриваете для какого-то определенного рынка или же вот просто чтобы у вас они были? Для всех рынков. Вы какие даете индикаторы? Для определенного рынка или просто чтобы были? Нет, просто чтобы были. Ну, просто, как не просто, чтобы... чтобы были, а чтобы они вам приносили прибыль. Вот, так будет правильнее. Ага. Ну, вот я тоже так же рассматриваю. Хорошо. Давайте я тогда немножечко на словах расскажу про нашу компанию, потому что, скорее всего, вы про нас не слышали или что-то слышали. Про Freedom Finance? Угу. Слышал, конечно. И что же слышали? Ну, брокерская компания есть такая. Так, а что-либо про цифроброкер слышали? Возможно, видели где-то? Да, я слышал, что произошел ребрендинг Freedom Finance, да. Супер. Рада, что вы знаете об этом. Так, хорошо. Тогда, если на словах, то, снова-таки повторюсь, мы являемся учебно-аналитическим центром и также брокером. Угу. Учебным, потому что мы предоставляем обучение и сопровождение. Или же новичкам, которые вот только-только начали ознакомливаться со сферой, и им нужен, можно так сказать, такой что-то вроде наставника, который покажет, расскажет и поможет, соответственно, получить не только первую прибыль, а и дальнейшую. И также для более опытных, которые уже зарабатывают, уже сами для себя какие-то стратегии выстраивают, но им чего-то не хватает. Или же прибыль не устраивает, или же нужен какой-то новый подход. Мы со всем этим помогаем. Аналитический, потому что мы предоставляем готовую аналитику, на которой в дальнейшем наши клиенты и зарабатывают. Я думаю, вы имеете представление и в целом знаете, насколько важно получать качественную информацию, чтобы иметь возможность получить с нее деньги, верно? Ну, конечно. Отлично. И, соответственно, также мы являемся брокером, то бишь сотрудничаем с нашими клиентами. На таком кратком видении, кратком представлении нашей компании никаких вопросов нет? Пока нет. Супер. Подскажите, сколько у нас примерно есть времени с вами на этот разговор? Ну, а сколько нам понадобится времени на разговор? В среднем примерно 30-35 минут. Возможно, уложимся раньше, возможно, уложимся немножечко позже. Ну, я думаю, да, полчаса я располагаю временем. Отлично. Сейчас я была бы очень рада, если... возможность ознакомиться с информацией или же с телефона, или же с... Вы пропадаете, у вас со связью проблема. Пропадаете. На 2-3 секунды появляется полная тишина. Вот уже раз третий. Поняла. Да-да, я слушаю вас. На этом номере у вас есть или же WhatsApp, Telegram, или же Viber? А зачем вам WhatsApp, Telegram мой? Я сейчас объясню. Как раз таки вот вы сами сказали, что я пропадаю, то бишь проблемы со связью. А мы, скажем так, уже не первый раз сталкиваемся с такой проблемой и из-за этого практикуем общение через мессенджер. Нет, через мессенджер будет еще хуже, можете даже не пытаться. Поняла. Тогда вы меня в случае чего останавливаете и говорите, сколько мне да, не слышно, на каком моменте связь прервалась. Угу. Отлично. Просто еще один момент, почему я у вас спрашивала, имеется ли мессенджер, чтобы в случае, если возникнут какие-то вопросы или
просто нужно будет, чтобы мы с вами связались, мы могли хотя бы просто даже в текст вам видеть. Подождите, не бегите, прошу прощения, забыл, как вас зовут? Светлана. Светлана, не бегите впереди паровоза, какая у нас такая может возникнуть резкая необходимость для связи, да? Хорошо. Вы мне еще пока ничего не рассказали ни об условиях, так что у нас никакой резкой необходимости не возникнет в любом случае. Давайте поэтапно, потихонечку, вы меня ознакомите с сутью своего предложения, вот, и оттуда мы оттолкнемся. Хорошо. По сути, если прям очень коротко и не расписывать, то суть предложения заключается в том, что мы вам можем предоставить индикаторы, на которых вы будете зарабатывать. Это если не расписывать, не красочно, ничего, просто по фактам сказать. Угу. Как вам это предложение? На каких условиях? На условиях, что с самого начала мы ознакомливаемся с лицензиями компании, с официальными сайтами, чтобы, можно сказать, у вас было... Вы ознакомливаетесь с лицензиями, с официальными сайтами компании. А каких компаний? Так, еще раз, не совсем поняла. Вы сказали, я вас спросил, на каких условиях вы предоставляете. Вы сказали, что вы предоставляете, значит, мне... торговые сигналы на условиях ознакомления с лицензиями и сайтами компаний. Я вас спрашиваю, каких компаний и как они привязаны к условиям, которые вы мне предлагаете? Хорошо, объясню, почему я так сказала. Если просто-напросто вам, вот точно так же, как я, позвонит совершенно незнакомый человек и скажет, что мы можем вам помочь начать зарабатывать. Ну, у вас будет доверие к этому человеку? Или же это просто кто-то что-то, зачем ты мне звонишь? Ну, конечно, первое отношение будет именно такое. Нет, но я послушаю. Я всегда готов послушать, как бы, да, что мне предложат. Это. Вы же понимаете, всегда можно все проверить, да. Ну, и там уже дальше зависит от сути предложения. Я вам уже суть предложения озвучила. Так я вас спрашиваю, на каких условиях вы предоставляете сигнал? И после чего вам предоставляется обучение, сопровождение, обучение, если есть в этом необходимость, и, соответственно, торговые сигналы. Светлана, вы меня слышите? На каких условиях вы мне их предоставляете? Я озвучила это условие. Вы услышали то, что я сказала? Нет, я не услышал. Потому что мы друг друга перебивали. На условии, что вы начинаете с нами сотрудничать, то бишь активируете счет в нашей компании, и после этого вам предоставляются торговые сигналы. Прошу прощения, индикаторы. Заработалось немного. Ага. Угу. Так условия-то какие? Тарифы у вас какие? Вы просто активируете счет на платформе, которую я вам немного позднее покажу. Мы посмотрим, как выглядят эти индикаторы. Если они вас, скажем так, устроят, потому что иногда и такое происходит, что они не нравятся клиентам, тогда мы уже с вами будем говорить про условия, тарифы и так далее. Но по факту это бесплатно. То есть вы за получение индикаторов ничего не платите, потому что они встроены в платформу. Индикаторы встроены в платформу. Ага. Так, ну я так понимаю, да, мне нужно сейчас зарегистрироваться на цифроброкере. Я правильно вас понял? Нет. А где? Вам сейчас нужно сказать мне, можете ли вы зайти на вашу почту сейчас. И или компьютер, или телефон, с чего вы будете заходить. Для того, чтобы я могла понять... скажем так, через какую версию вы будете смотреть на саму платформу. И пока вы будете заходить, я буду рассказывать, что это за платформа, откуда она взялась, почему именно она, и дальше уже будет видно. Ага. Ну, рассказывайте, что за платформа, откуда взялась. Какого устройства вам будет удобно с ней ознакомиться? Компьютер, телефон, планшет? Компьютера. Компьютер, отлично. Доступ к почте у вас сейчас имеется? Сейчас не имеется. Когда он у вас появится? Ну,
я думаю, когда мы прекратим с вами разговор. То есть во время... Так, подождите. То есть во время нашего с вами разговора на компьютере у вас нет возможности зайти на почту? Да, все верно. Почему так? Интернет мобильный. Таким образом, телефон. То есть вы раздаете на компьютер мобильный интернет? Да, все верно. Поняла. Вот еще одна причина, почему мы сможем сейчас, если вы согласитесь, связаться через мессенджер. Потому что мобильная связь не будет. Можно меня сказать... вполне устраивает связь через телефон. Константин, давайте немножечко объясню. Для того, чтобы вы могли ознакомиться с платформой, доступ к которой предоставляю я вам как менеджер, мы должны с вами быть на связи, чтобы я в целом понимала, что вы вообще сейчас делаете. Если мы с вами прервем связь, но у вас появится доступ к интернету, то я не смогу вообще понять, что вы делаете сейчас. Поэтому нам и нужно быть на связи с вами. Если через мобильную связь у вас нет возможности зайти, то я могу вам предложить вариант связи через мессенджер, чтобы у вас доступ к интернету был. Нет, давайте мы с вами по телефону. Вы мне, значит, скажете, куда заходить на вашу платформу. Мы с вами на телефоне повисим, а вот. И, да. Вы меня слышите? Я слышу вас. Вы слышали, что я сказала до этого? Да, вы хотите со мной через мессенджер общаться. С какой целью? Ну, я не знаю, какие у вас цели. Вы уже второй раз. Я вам цель назвала. Меня к этому второй раз уже меня к этому склоняете. Я дважды вам сказала, почему. Да, и вы дважды не услышали цель, так сказать, этого, как вы сказали, склонения. Да, ну вы же зачем-то склоняете меня перейти в мессенджер. Хорошо, в чем проблема просто-напросто позвонить мне вам через мессенджер? Это что-то, в чем проблема позвонить мне через телефон, я вот не совсем понимаю. В том, что у вас нет интернета, когда мы с вами общаемся. Ну, хорошо, я сейчас возьму планшет и с него раздам на компьютер. Давайте хорошо, так. Хорошо, давайте сейчас, так. Подождите. Отлично, давайте так. Хорошо. Угу. Так, да, я готов. Отлично. Сейчас я вот пока вы раздавали интернет, отправила вам уже одно письмо. В теме письма написано «Информация». Потому что, снова-таки, это важный момент, который нужно... После того, как мы ознакомимся с нашей компанией, вы будете уверены в том, что нам можно доверять, потому что, скажем так, как я поняла сейчас, у вас доверия мало. Мы перейдем непосредственно к самой платформе. Ну, у меня нет никакого письма от вас. Проверьте, пожалуйста, папочку спам. Иногда, когда от новых пользователей... Ой, а вы спам рассылаете, да? А, вижу, да. Critical, что-то это... Боже мой. Critical Activities LTD, правильно. Это наш аналитический центр. Так как мы являемся международной компанией, я приняла решение отправить вам несколько ссылочек наших, скажем так, официальных сайтов в разных странах. Да нет, зачем? Я вот, смотрите, я уже сейчас зашел, мне даже не нужны как бы никакие ссылочки на в других странах. Зачем? Я вот зашел на сайт Цифроброкер. Все в порядке, аккаунт, открыть счет, да? Здесь надо открыть. А где? А почему? А почему так? Потому что сейчас объясняю.
Я вам в следующем письме, после того, как мы ознакомимся просто с 5 лицензиями, которые находятся на сайте Центрального банка России, после того, как вы лично их увидите, я вам отправляю письмо с ссылочкой на платформу и данными для входа. То бишь, как я говорила... Вы можете отправлять. Вы можете отправлять. Вы уже зашли на сайт ЦБРФ? Я не заходил и не собираюсь. Зачем? Почему? А зачем? А то есть, если я вам скажу, что вот у нас есть 5 лицензий, то вы мне просто так на слово поверите, правильно? Вот смотрите, я сейчас на сайте Цифроброкер. Здесь есть все ссылки. Зачем мне какие-то от вас письма? Да, тем более это известная как бы брокерская компания. Да, вот мне не надо хорошо, никаких подтверждений. Объясняю. Объясняю, для чего. Вы не объясняете, вы мне объясните, потрудитесь, пожалуйста, объяснить, почему счет надо открывать не здесь. Вот не на сайте самого Цифроброкера. Давайте, я слушаю, расскажите мне. Потому что наша компания работает с несколькими платформами. МТ4, МТ5, Freedom Finance, X-Critical, которую платформу нам предоставляет аналитический центр. А при чем здесь программное обеспечение, вы мне объясните, и открытие счета? Какое программное обеспечение? М4, МТ4, МТ5 – это программное обеспечение. Какое оно имеет отношение к открытию счета? MetaTrader 4 и 5 – это программное обеспечение? Да, это программное обеспечение. Если это вам неизвестно, то, знаете, вы меня немножко поражаете, как представитель брокерской компании. Может быть, вы мне скажете, что Quick – это тоже платформа, да? Если платформа. Или приложение Цифроброкер – это тоже платформа? Нет. Не платформа. Цифроброкер – все-таки это... программное обеспечение это, да? Ну, слава богу, с этим разобрались. Так, а теперь, пожалуйста, потрудитесь мне объяснить, почему счет в Цифроброкер открывается не на сайте Цифроброкер. Все, могу говорить? Конечно, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Потому что, повторно объясняю, мы работаем с разными платформами, перечень которых я вам дала. МТ4, МТ5. Опять, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Хорошо, мы работаем с несколькими программными обеспечениями. Вот, так какое... У меня в связи с чем просто сразу отсюда, да? И когда, вот когда вы наконец поняли, о чем мы говорим. Можно меня... я закончу то, что я начал? Не, не торопитесь, я вам сейчас просто как бы внесу немножко это, чтобы вы не растекались, мысли по дереву. Вы перебиваете. Я вот вам хочу как бы это, смотрите, раз мы все... Раз... Третий раз перебиваете. Светлана, я вас перебью даже 10 раз, если посчитаю нужным, Светлана. Хорошо, давайте я вас тоже буду перебивать, не буду давать вам просто... Ну, Светлана, ну тогда, ну, тогда я, знаете, раз вы так ставите вопрос, ну, я думаю, тогда нам с вами не по пути, Светлана. Константин, вы сами спрашиваете у меня что-то и перебиваете меня. Как вы можете получить от меня ответ, если вы Светлана, меня... Светлана, вы мне дали ответ на вопрос. Вы согласились со мной, что МТ4, МТ5 – это программное обеспечение, что на самом деле так и является. Вот. Хорошо, отсюда... Мы вопрос закрыли. Ну, нет, этот вопрос мы закрыли. Так вот, в связи с чем у меня второй вопрос возникает, если тот вопрос вы ответили, и вы поняли, что это программное обеспечение, так счет-то почему открывается не на сайте Цифроброкер? Я вам 3 раза пыталась ответить на этот вопрос. Ага, а давайте 4-й раз попытайтесь уйти от ответа на вопрос. Да? Уйти от ответа? Я вам могу дать прямой ответ. Вы? Да, да, я жду ваш прямой ответ. Прямой ответ вас жду. За каждым брокером закреплен аналитический центр, с которым вы, конечно же, ознакомливаться не хотите. Потому что что? Потому что, а зачем? Нам это не нужно. Хорошо, не будем ознакомливаться. Будьте верить мне нам. Секунду. Не тараторьте. Замечательно, что аналитический центр, да? А аналитический центр, он, естественно, как бы, да, он регистрирует счета не на сайте брокера, ну, на, так скажем, на своем родном сайте.
он их регистрирует где-то на другом сайте. Правильно я понял? Аналитический центр предоставляет нам платформу. Платформу. МТ-4, МТ-5, да? X-Critical. X-Critical, ага. Ну, давайте посмотрим на ваш X-Critical. Наконец-то. А, да, давайте, давайте. Минутку. Запросов много, письмо может через минутку к вам прийти. Mm-hmm. Еще не пришло, правильно? Нет, еще не пришло. Можете проверять? Ой, а не подскажете, а почему у вас почта неофициальная от Gmail? Еще и подписанный X-Critical. Как я сказала ранее, наш аналитический центр называется... Это ваша, я понял, это ваша главная платформа X-Critical, да? Ага, ясно, ясно. Не главное. Так, ну письма пока нет вашего письма. А, нету. А, вот что-то пришло, да. И Макс Кэпитал. Так. А что такое Макс Кэпитал, Светлана? Расскажите, пожалуйста. Сервер, который обеспечивает работу платформы. Сервис, который обеспечивает работу платформы. Ага. Потому что если вы сейчас забьете в... У вас система на телефоне Android или iOS? А вам зачем эта информация? Хорошо, скажу по-другому. Если вы зайдете в приложение, в котором вы обычно скачиваете приложения, ваши любые на телефон, и вобьете X-Critical, то вы увидите приложение наше. Замечательно. Я там же вижу и MT4, и MT5, и Quick. И дальше что? Вы задали вопрос. Откуда здесь Maxi Capital? Я вам отвечаю. Да. Приложение X-Critical. Точно так же, оно принадлежит Maxi Capital, да? Нет. Maxi Capital – это сервер, который поддерживает работу этой платформы. Не совсем понял, Светлана, кто чью поддерживает платформу? Светлана, кто чью платформу поддерживает? Сервер Maxi Capital, можно сказать, позволяет работать, обеспечивает работу самой платформе X-Critical. Ага. То есть это данное программное обеспечение, оно является разработкой Max Capital. Я правильно понял? Алло. Еще раз. X-Critical, это программное обеспечение, является разработкой Max Capital, да? Так, что-то у меня не входит по вашему паролю. А, маленькая, с маленькой, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У вас почта идет автозаполнением или вы сами ее вводили? Идет автозаполнением. А, просто что? Вы пропали. Светлана. У вас строчка, там где вы вводите вашу почту, должна светиться белым, не желтеньким. То есть вы должны сами ввести почту. Белым она светится, да. Не работает. Через какой браузер вы заходите? Через Chrome. Так. Вы вводите пароль и не получается, правильно? Да, все верно. Сейчас, секунду. Пробуйте сейчас. Пробую. Вот, теперь что-то забулькало. Ага. Да, зашел. Загрузка данных. Ага.
Макси Кэпитал. У вас есть окошко с, скажем так, там такой обучающий тур. Вы его просто закройте. Я посмотрю сразу, что это может. Ваше право. Ага. Так, да, Ну, да, я посмотрел. Да. А вы когда ознакомливались с информацией, вы, в принципе, смотрели какие-либо, как это правильно сказать? В общем, у вас есть, в принципе, понимание того, как выглядит, как бы, терминал и что где расположено? А что это у вас, акции нет? Ну да, да, я вижу, где все это. Вот. Как это, акции нет? Ну так, а вы вот зайдите на ваши сети, акций нет никаких, пусто. Инструмент не найден, акции, как так? Индексы тоже не найдены. Товарно-сырьевой у вас здесь бренд, золото, натуральный газ, палладий, платина, серебро, US, я не знаю, ойл какой-то, топливо, наверное, какое-то, короче. Так, вот валюта у вас здесь есть. Да, валюта. Вот. Валюта есть и криптовалюта у вас есть. Акциями, я так понимаю, вы не занимаетесь, да? Акция над криптовалютой. Акция, я понимаю, что а вы вот нажмите на нее, да, и там пусто. Инструмент не найден. Почему я сейчас смотрю, и у меня огромный перечень акций? А почему у меня нет перечня акций? Вы можете сейчас выйти с вашего аккаунта и перезайти в него? А зачем? Чтобы они догрузились. А, догрузились. И они у вас появились. Хорошо, вышел. Вошел. Акции, инструмент не найден. Очень интересно. Ты сам в шоке. Честно сказать, я тоже сейчас в шоке, потому что я впервые такое слышу. Ага. А вот смотрите, я вижу кредитное плечо. А на каких условиях предоставляется плечо? Автоматически. Автоматически. Оно вот просто встроено, да. Это замечательно. Так вы не поняли сути моего вопроса. Что? Какой ответ? Смысле какой вопрос? Вы, видно, просто не совсем понимаете, о чем я вас спрашиваю, да? А хорошо, я тогда спрошу проще. Что такое кредитное плечо? Целевое усиление сделки. Целевое усиление сделки, и каким же образом она усиливается? Ваш $1 приравнивается к 200 на платформе. Вот, так вот вопрос у меня к вам. Вот к моему $1 $199, на каких условиях добавляется? Они просто добавляются и все. Вы буквально открываете сделку, можно сказать, вы торгуете своими деньгами, деньгами банка. Но правильно, вот банк-то как раз, вот вы же слышите само определение кредитное, да? Вот каковы условия использования кредитного плеча? Условия использования кредитного плеча. Вы просто открываете сделку, и кредитное плечо позволяет вам вкладывать меньше, но зарабатывать больше. Вот и все. Потому что если бы кредитного плеча не было бы, вы бы торговали один к одному. А учитывая минимальное количество, как минимальные объемы, которым вы можете торговать, к примеру, на той же нефти, самый простой пример, секунду. Светлана, смотрите, вот слово кредитное вам говорит о чем-то? А вам? Конечно, это кредит. Сказать, мне нет, соответственно, банк. Банк, в котором открыт мой брокерский счет, дает деньги в кредит. Нет. И есть некие условия обслуживания этого кредитного плеча. Вот об этом я вас спрашиваю. А, то есть мне банк, то есть кредит бесплатный. Никакого кредита нет. Ага. Его нет, вы не берете кредит. А, вы просто, вот когда так. Открываете сделку, вы торгуете за себя и, можно сказать, за банк.
Вот и все. А, вот так вот. Ага, ага, да. Это становится интересно, да, то есть кредит бесплатный, ага. Да, я слушаю вас, рассказывайте дальше. Никакого кредита. Да, я понял, я понял. Я, это отлично, мне такие условия очень нравятся. Это отлично. Тем не менее, вы сказали, что кредит бесплатный. Очень интересно, очень понятно. Ну, конечно. Кредита самого нет. С чего взяли, что он есть? Ну, еще раз, кто добавляет, вот смотрите, у нас кредитное плечо, один груста, причем его поменять нельзя, что странно, да? Вот, так вот кто еще $199 добавляет на мой счет? На ваш счет никто не добавляет эти деньги. Никто не добавляет. Ага. А тогда вот скажите мне, а смысл... Плюс 199, тогда кто-то добавит. Ага, да. Ну, хорошо, тут же вы, как понимаете, суть такая, да? Покупая какой-то актив, да, на какую-то сумму кредита, причем означает то, что я, вот то, что я раньше мог купить на доллар, допустим, там какая-то акция стоит доллар, а так я смогу купить на 200. Правильно ведь? Вы там гуглите, Светлана? Повторите еще раз то, что вы сейчас говорили. Я ничего не говорю. Не, ничего. Да, давайте, мне очень нравится бесплатный кредит, давайте сотрудничать. Да какой бесплатный кредит? Нет у вас кредита. Но который вы даете. Так, что делать? Никому кредит. Боже. Что делать? Начинать работать. Я согласен. А, нет, подождите. Индикаторы. Начинаем. Индикаторы. Индикаторы. Да бог с ними, с индикаторами. Тут кредиты бесплатно. Что делаем? Что мы с вами делаем? Ну, вот что дальше мы делаем? Красная кнопочка как депозит. Ага. Так. И что там? Синяя такая. Ну просто нажимаете и открываете счет. Нажимаю. Ага. Так. Ага. Что тут? Так. А что это тут? Это номер карты я не оставляю свой нигде. А у меня счет уже открыт, брокерский? Нет. Ну, это ваш аккаунт, но ваш счет нужно активировать. Активировать. То есть он уже как бы есть, да, он заведен в банке Freedom Finance, он уже открыт. Угу. Ага. Вам нужно просто-напросто внести деньги, подтвердить, подкрепив документы, скриншот квитанции, там, где перевод успешен, пройти верификацию и начать работать. Вот и все. Ага, вот так вот. Так, ну так смотрите, мне это же, надо же и номер счета, да, я пополню по реквизитам счета своего. Здесь у вас только это, нужно номер карты указывать, а я такие данные в интернете нигде не оставляю. Вы можете выбрать для себя любой удобный способ. А тут везде, ну, вот смотрите, здесь... Вы можете попробовать через электронный кошелек. Не подходят первые два варианта. А что за электронный кошелек? Вот криптовалюты я не пользуюсь, да, вот, пожалуйста. Виза, это 3Secure, это 3Secure. Криптокошелек не пользуюсь. Виза Киберпэй. Что такое Виза Киберпэй? Не подскажете? Так, сколько надо? 100 рублей хватит пополнить? Нет, Константин, 100 рублей не хватит. А сколько надо? 200? Нет. Ну а сколько надо-то? Нет. Минимальная сумма, с которой вы открываете, как не даже не открываете, активируете свой счет и получаете, можно сказать, обучение, сопровождение и готовую аналитику, это $250. $250, ага. Так, а это и сколько почти... в рублях-то? Даже вам сейчас подскажу. Секундочку, чтобы не обмануть. Да, не надо, не надо обманывать-то. Почти 18 тысяч. 18 тысяч, ага. Так, ага. Так.
17 941, если быть точнее. Так, банк получателя. Банк получателя? Да, банк получателя. Ну вот я нажал на ваш Киберпэй, да, ввел 18 тысяч, перевел мне на Onpeer.org. И вот здесь написано, по номеру карты, по СБП по номеру. Так, а по какой? Что значит номеру карты? Константин, давайте так, если вы правда серьезно хотите с нами работать, то я абсолютно серьезен. То есть, если я вас сейчас соединяю с финансовым отделом, то вы активируете счет и начинаете с нами работать? Безусловно, конечно. $250. Ну вот я ввел уже сумму. Осталось, я думаю, ввести теперь только это, выбрать ваш банк, в котором у вас счет, и сообщить мне реквизиты вашего счета, и я по ним сделаю перевод. Хорошо, давайте тогда так. Буквально минутку ожидайте на линии, я вас соединю с финансовым отделом. Да, хорошо. Супер, ожидайте. Да, жду. Да. Да, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марк, я с финансовым отделом. Да, Марк. Вас соединил со мной. Да, с Светланом. Вот, передал информацию, нужна помощь в активации счета. Да, все верно. Угу. Подскажите, какой тип счета обсудили с моей коллегой? Ну, она сказала, что минимум $250, а это и обсудили. Угу. А в рублях понимаете, сколько это будет? Она сказала 18 тысяч. 18 тысяч. Да. Там идет на терминале перерасчет, то есть в целом можете указывать 17,5. Ага. А вы подскажите, когда-то ранее перевод в P2P делали? Нет, а что такое P2P? Перевод счета на счет по реквизитам. Есть система Киберпэй. Через эту систему происходит пополнение на торговый терминал, но зачисление происходит там как 3, ну, может быть, 5 минут максимум. Вы клиент какого банка, подскажите? Так, 18-й, Киберпэй, нажимаю. Так, банк получателя. Вы клиент какого банка? А вы, банк ваш какой? У нас основной выбор, смотря какие банки дают окно, те и выбираете. Ну, у меня тоже любые банки есть, разные. Ну, например, выбирайте Тинькофф. Если там доступен сейчас Тинькофф для P2P перевода, выбирайте Тинькофф. У него самая лучшая комиссия. Ага. Да, что, продолжить? Да, нажимайте. А продолжить. Что значит по номеру карту и СБП, я знаю, что такое по номеру телефона. Да, можно по номеру телефона сделать пополнение, можно по номеру карты. Если брать по номеру карты, нажимайте продолжить. Чья это карта? Банка. Там дается банком окно, 10 минут. Мария П. А кто это Мария, не подскажете? Как-то... Мария – это представитель финансового отдела самого банка, к примеру. Представим такую ситуацию, при переводе возникла какая-то проблема. Деньги там, не знаю, не зачислились или еще что-то. И вам для того, чтобы решить данный вопрос, давайте последние 4 цифры номера карты, в котором высветилось, и называйте имя для подтверждения, в котором высветилось.
системы Киберпэй. И банк подает запрос для того, чтобы определить, зачем могла возникнуть проблема при переводе. И, ну, знаете, Марк, я, честно говоря, как бы, я не понимаю, почему я должен, да, если вы, так скажем, цифроброкер, почему я должен деньги переводить на карту Марии П, мне вот не совсем понятно. У меня, смотрите, у меня же счет открыт у вас, я правильно понял? Мне Светлана сказала, что счет открыт, мой брокерский счет, да? Не совсем, вы его сейчас открываете. У вас сейчас есть ячейка и карточка клиентов компании. Ну, давайте тогда откроем счет сначала, потом вы мне дадите его реквизиты, и я его пополню прям по реквизитам счета, а не через карту какой-то Марии П. То есть у меня это вызывает некоторое удивление. Это P2P-перевод. Ну, я не знаю, что такое P2P-перевод. Просто как бы элементарная логика и, так скажем, знание основ безопасности цифровой, да, мне говорит о том, что нельзя переводить деньги Марии П. Нет, смотрите, знания ваши, может, вам об этом говорят, но не значит, что если вы знаете только о переводах таких банковских, там, счет и все такое, что на этом все заканчивается. Конечно, но это всегда так делается. Нет, почему всегда? Кто вам сказал, что всегда так делается? Ну как, вы официальная компания, предлагаете мне перевести деньги какой-то Марии П. Константин, смотрите, компания неофициально не становится того, если вы не знаете, что такое P2P-перевод. В интернете, примеры, что такое P2P-перевод, подробно описано, что это банковская система, и Киберпэй – это банковская система P2P-перевода по реквизитам. Если вы просто об этом не знали, это не говорит о том, что компания какая-то там ненадежная, либо что это неприемлемо. Примеры, в криптоиндустрии P2P-перевод является самым основным переводом. Но а сейчас у нас есть криптоиндустрия? Мы же с вами, у нас же с вами не криптоиндустрия интересует, как бы, да, а брокерские услуги, которые мне оказывает официальная компания. Да? Вы мне еще предложите криптовалютой расплатиться. Нет, это всего не пользу чем, в образовании. Мы просто даем вариацию. К примеру, раньше можно было прямым банковским терминалом 3D Secure произвести пополнение. За ввода санкции прямой банковский конвертат сейчас недоступно, поэтому происходит P2P-перевод. Перевод через посредника. Здесь выступает посредник компании. А за какой? Я не совсем понимаю, а зачем посредник? Я могу просто перевести по номеру своего брокерского счета, да, по реквизитам. Нет. Зачем нам посредник? Мы бы вам предложили уже. Смотрите, банки разные, используют разные варианты. У нас это вариант P2P-перевод. Как пример, то, что деньги зачисляются именно вам, вы можете сделать там перевод, не знаю, допустим, на это минимальный перевод 1000 рублей. Увидеть, что деньги зачисляются именно вам. И они зачисляются в рамках 3-5 минут, они... Деньги куда-то там уходят. Какой-то Мария, правда, как сказали, Мария П. Правда? Я не знаю, кто это Мария П. Я, наверное, я воздержусь от столь опрометчивого поступка. Ну, так тем более, а как же вы мне предлагаете оплатить, не пойми кому, 18 тысяч рублей? Марк, ну, давайте так я вам скажу. Ну, положите мне на, значит, вот по этому номеру телефона и сделайте перевод по СПП 18 тысяч рублей. Это нормально, Марк, как бы не бойтесь, это нормально, все банки так используют, а в криптоиндустрии это вообще ништяк. Еще раз, Константин, а сарканс, который используете вы из-за незнания, что такое P2P-перевод, он крайне неуместен. Но знакомьтесь, что такое P2P-перевод. Не-не-не, Марк, я воздержусь, спасибо, я воздержусь. Это такой вариант меня сотрудничества, конечно, не устраивает. На карту переведи, конечно, на карту какой-то девочки. Если вы не знаете, что такое P2P-перевод, вас это будет не устраивать. Вы сейчас ограничиваетесь только знаниями, которые у вас есть в голове, вот и все. А шире посмотрите. Марк, вы главное на свои знания посмотрите, да, и тогда все станет на свои места. Знаю, поэтому я могу с вами вести давно диалог, потому что я разбираюсь. Ну, мне, там, знаете, как-то мне вот такие эти меня не устраивают, Марк. Я, ну, значит, нам с вами не по пути. Я как бы ни на какую карту частного лица ничего переводить не буду, это однозначно. Мне это зачем? Ответ лежит на поверхности. Если вы готовы работать в компании ради заработка, то это делается ради этого. Конечно, я готов работать ради заработка, но я не готов переводить на карту частного лица. Марк, вы же понимаете, это, ну, мы с вами взрослые люди, да, это несерьезно. Несерьезно где?
Везде, Марк. Марк, ну давайте так. Вот сделайте мне, пожалуйста. Вы везде работали? Сделайте мне, пожалуйста, перевод по СБП вот по этому номеру телефона, Марк. Сделайте мне, пожалуйста. Простой вопрос. Вы говорите, это везде несерьезно. Вы со всеми компаниями поработали, чтобы сказать, что везде это несерьезно? Конечно, конечно. Со всеми компаниями, с которыми я работал, Марк, как бы там мне не предлагали перевести деньги с карты на карту. Ни в одной компании не предлагали. Марк, ну вы вот смотрите, Марк, в подтверждение ваших слов, давайте мы с вами таким путем пойдем. Вы сделаете мне СБП перевод, мне не надо 18 тысяч, я согласен на 500 рублей. Сделайте мне перевод по СБП, вот, и вы увидите, что мне можно доверять, Марк. Зачем мне вам доверять? Марк, так все пользуются, все мне доверяют. Зачем мне вам Марк, доверять? Марк, вы что, не знаете, что мне все доверяют, Марк? Как так? Зачем мне вам доверять? А я вам не могу доверять. Вы мне предлагаете перевод совершить на карту физлица. Зачем мне вам доверять? Вы можете ответить на поставку, зачем мне вам доверять? А зачем мне вам доверять, Марк? У меня к вам зеркальный вопрос. Вы компанию проверяете по регуляции Центрального банка? Если компания для вас надежна, работаете. Компания с регуляцией Центрального банка. Как у любого другого банка на территории Российской Федерации. Ага, вот так вот, да? Ага. А счет у вас нет, соответственно, да, на который можно перевести. А что у вас останавливает дать мне номер моего брокерского счета, на который я могу пополнить? Не подскажете, в чем сложность, Марк? Просто было бы... Конечно, при пополнении. За вами никакой счет не забронировал до факта перевода. Это как при когда вы вот так вот. Ага. За вами никакая карта... Ага, оказывается... Вы знаете, вы немножко меня удивляете, как бы раскрывая мне такие особенности открытия счетов в банке. Я, конечно, поражен. Я, оказывается, очень сильно отстал от жизни и многого не знаю про банковскую систему. Да, Марк, да. Это было сильно, да. Ну, Марк, мы, к сожалению, с вами не сработаемся. Вы не первый клиент, кто так реагирует. И всегда будет забавно наблюдать, когда человек, на самом деле, ознакомливается в данный момент, какие есть вариации перевода, как в дальнейшем человек потом реагирует, когда на самом деле разбирает, что есть специфический перевод. То есть сейчас эта система довольно-таки популярна. Ваш сарказм, ваша манера общения на экране, на самом деле, забавна. Марк, а мне, знаете, мне крайне забавно ваше предложение пополнить карту незнакомого ни мне, ни вам человека. Марк, если бы у вас было хоть небольшое представление о цифровой гигиене, да, вы бы мне не предлагали пополнить брокерский счет путем перечисления денежных средств на карту незнакомого лица. А вот если бы вы немножечко разобрались, Марк, то у вас бы, вам бы совершенно стало понятно. Весь диалог заключается в том, что вы проверяете сам, за то, что вы не разбираетесь, какие есть банковские процессинги. Марк, а вы разбираетесь, Марк, вы разбираетесь, скажите мне честно. Да, что вы мне сейчас хотите доказать, Константин? Я ничего вам не хочу доказать, я просто хочу вам сказать, что я не буду переводить деньги на карту физлица. Если вы соизволите дать мне реквизиты моего счета, его я пополню по реквизитам. По-другому, как бы мне это не интересно. Без проблем. Ищите варианты тогда, которые вас интересуют. То есть реквизитов счета вы не готовы мне предоставить, я правильно понял? Я ответил на ваш вопрос ранее. У вас есть в кабинете личные данные. Там вся информация по вашему статусу аккаунта, она есть. Да, давайте я еще раз зайду. Так, я зашел. Так, ага, какие здесь данные, значит, аккаунта? Что тут можно посмотреть? Где тут реквизиты моего счета? Какие реквизиты? У вас здесь карточка клиента, Константин. Карточка клиента? Какой счет вы пополнили, чтобы счет был вашим? Какой счет вы пополнили, чтобы он был вашим? В смысле, ну вы знаете как, счет в банке открывается не пополнением, а открытием этого счета, да? Пополняется он уже после открытия. Нельзя пополнить не открытый счет, Марк.
Константин, а мы... Меня, конечно, поражают гениальные ваши познания как бы в банковской сфере. Как же делать перевод в криптоиндустрии, не имея счета? Да. Вы, я так понял, этот криптомагнат, да, Марк? Криптомагнат. Скажите так, что это вам даст? Не, мне это ничего не даст, Марк. Ну... Зачем вы об этом говорите? А зачем вы говорите про криптоиндустрию? Зачем вы употребляете фразу «криптомагнат»? Что вы хотите этим сделать? А зачем вы употребляете слово «криптоиндустрия»? Потому что связана биржа с криптоиндустрией. Биржа никак не связана с криптоиндустрией. Мы с вами говорим про открытие брокерского счета в банке Freedom Finance. Причем здесь криптоиндустрия, Марк? Криптоиндустрия. Какое она имеет отношение, Марк? Константин, к чему относится криптоиндустрия? Криптоиндустрия относится к чему? Да ни к чему, это ничем не обеспеченная, как бы, так скажем, пузырь, который раздут... То есть, раздут... на криптовалютах не существует? Нет, почему? Они есть криптобиржи какие-то, да, но они не имеют никакого отношения к официальному брокеру Freedom Finance, он же цифроброкер. И к банку Freedom Finance. Абсолютно никакого отношения они не имеют. Кто вам это сказал? Это я вам говорю. Вы мне можете верить, Марк? Нет, факты давайте. Факты? А аргументы у вас будут? А у вас? А у нас в квартире газ. А у вас? Газ. Ага. Ну, в общем, Марк, знаете, мне, честно говоря, как бы... И еще 5 минут назад наскучил вот этот ваш спектакль, да, и попрошайничество перевести денег на чью-то карту. Так что, ну, Марк, все, вы можете быть свободны. Так как и вы, отдыхайте. Алло? Алло, да, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Наступающим вас. Давайте я представлюсь. Меня зовут Киселев Евгений Викторович. Я старший финансовый эксперт по проекту «Газпрома». Звоню вам по такому поводу. Вы, если помните, у нас буквально 3 недели назад свои контактные данные оставляли и уже даже успели пообщаться с нашим специалистом Жуковым Кириллом. То есть он вам там рассказывал, как работает наша компания. Вы, в принципе, были заинтересованы, но у вас почему-то в последний момент с ним оборвалась связь, и мы так и до сих пор не знаем, что делать с вашей заявочкой. Вы мне подскажите, Константин, вы сейчас готовы с нами работать или у вас что-то случилось? Нет, у меня ничего не случилось, у меня все хорошо. Ага, вы будете начинать с нами работать, правильно вас понимаю? Ну, если вы мне напомните, что конкретно Жуков Кирилл мне предлагал, да, и на чем мы остановились, то я готов еще раз рассмотреть этот вопрос. Да, смотрите, вы изначально оставили свои контактные данные, так как были заинтересованы в дополнительном заработке. Заработок этот происходит на финансовом рынке, то есть мы работаем на бирже. Вот вы, если работали когда-то на бирже, там через, допустим, Тинькофф Инвестиции, либо же через Сбербанк, вы наверняка знаете, что это такое, как это работает. А вам наш специалист Кирилл Жуков, он вам рассказывал, соответственно, как это все происходит, как это все работает. Что у нас для наших клиентов есть 2 сервиса в виде аналитика и в виде робота, с которыми вы можете поработать для того, чтобы вы могли зарабатывать деньги в нашей компании. То есть, если вкратце, да, там вам, Константин, как-то мозги, можно сказать, не морочить, могу вам сказать так, что аналитик – это более активный тип заработка, робот – это более пассивный тип заработка. То есть, аналитик, он работает абсолютно со всеми типами активов, то есть, серебром, золотом, с акциями крупных компаний, таких как Tesla, Газпром, Сбербанк тот же там и так дальше. Робот, он работает исключительно с валютой, то есть, с валютными парами. Я думаю, вы, Константин, знаете, что такое валютные пары и так, и так. Это просто соотношение курса. То есть, как он работает? Когда определенная валюта, допустим, доллар, немножко просела, робот ее автоматически покупает, а когда немножко выросла, он ее автоматически продает. Естественно, я думаю, вы, как взрослый человек, Константин, понимаете, что вы там с помощью робота, либо же с помощью аналитика никаких миллионов там в первый, во второй, в третий месяц заработать не сможете. То есть, какие-то золотые горы мы вам, к сожалению, тут обещать не можем. А с роботом вы можете, к примеру, выйти на доходность до 10-15 тысяч рублей за первый месяц.
Если мы говорим про работу с аналитиком, там будет сумма немножко побольше, потому что аналитик, как я вам говорил, работает абсолютно со всеми активами. То есть аналитиком уже сможете рассчитывать до 20-25 тысяч рублей за первый месяц. Разница только в чем? Я лично рекомендую робота обычно тем людям, у которых очень мало свободного времени. То есть какие-то там дальнобойщики, либо какие-то врачи, которые работают круглыми сутками. У вас вот вообще как по свободному времени? Вы меня сориентируете. Вам кем было бы удобнее поработать? Я с роботом, найду, либо найду свободное время. Найду. А. Ну все, тогда замечательно. Я вам тогда в любом случае советовал больше бы поработать с нашим аналитиком, потому что слышал, в принципе, по вашему разговору, что вы человек смышленный. Вы таким образом сможете хотя бы для себя какого-то опыта набираться, чтобы там поработать с нами, к примеру, годик, полтора года, и уже становиться самостоятельной боевой единицей на финансовом рынке, чтобы вы в будущем даже могли работать самостоятельно сами на себя. Вы мне, Константин, подскажите, у вас ранее вообще какой-то опыт в сфере инвестирования был? Вы там себя пробовали в этой сфере вообще или нет? Нет, не пробовал пока. Ну, у меня есть познания некоторые теоретические, так скажем, что я интересуюсь этой темой, скажем. Но пока... Ну да, да, я вот вам про это и говорю. До дела не дошел. А, до дела не дошло. А что же вас постоянно, Константин, вот останавливало попробовать? Вот даже я говорю сейчас не про нашу компанию, вот вообще вот раньше. Что вас останавливало попробовать? Ну как, что значит, что останавливало? Понимаете, как бы пробовать нужно, когда ты знаешь, что ты делаешь. Да, не так просто. Я вот, например, посчитал, что мои знания пока недостаточны на данный момент. И поэтому... Ага. Ох, я только интересовался этим. Ну, в общем-то, я так могу понять, что просто интересно, хотели бы попробовать, да, но вот из-за того, что у вас мало знаний, мало опыта, вы, можно сказать, немножко боитесь, что у вас ничего не получится, правильно? Ну, не только так, да, еще тут как бы не то, что я боюсь, что мне ничего не получится. Нужно еще и быть уверенным в том, что, ну, не то, что получится, но как минимум обойдется без потерь. Ну да, я вас прекрасно в этом плане понимаю. Смотрите, в принципе, да, я вам могу привести такой банальный пример. В принципе, всем своим клиентам его привожу. Вот вы говорите, что там недостаточно знаний, не знаете, как у вас получится. Но вы же, к примеру, даже когда вы начинали ездить... Не, я так не говорил. Я так не говорил, что у меня, что я боюсь, что у меня не получится. Да, это вы немножко свои мысли выдали за мои. Может быть. Что знаний недостаточно, верно, но то, что я боюсь, что у меня не получится, я этого не боюсь. Просто нужно быть уверенным в том, что ты делаешь, да, и четко понимать, что ты делаешь и на что ты рассчитываешь. Ну да, естественно. Я вам тогда таким что предлагаю? Я вам предлагаю для того, чтобы вы там сразу не начинали с нами работать год-два, потому что вы еще не уверены. Я вам предлагаю сначала взять себе неделю тест-драйва, то есть пробную неделю, просто попробовать там поработать либо с нашим аналитиком, либо же с нашим роботом, там, в зависимости от того, как вам уже будет более удобно. Что вообще это означает, неделя тест-драйва? Вы просто пробуете себя в этой сфере. Если вам понравилось, вы начинаете работать с нами дальше, уже там на более крупное, можно сказать, время. Если же вам не понравилось, вы, естественно, просто с нашей компанией выходите, идете там работать в какую-то другую компанию, либо там идете заниматься своими делами. То есть вот такая ситуация. Это, можно сказать, предложение делается только тем клиентам, вот как вы, которые там новички, которые немножко сейчас еще не уверены, да, вот как оно все будет. Хотели бы попробовать, но немножко еще вот есть такой небольшая неуверенность, как вы говорите. То есть можете тогда попробовать таким образом с минимального типа счета, чтобы, соответственно, начинать работать. А что значит минимального типа счета? Ну, а Константин, что я имею в виду, тоже вам обязательно объясню. Вы же, думаю, сами прекрасно понимаете, как взрослый мужчина, что финансовый рынок, вы же вот даже этой темой немножко интересовались, это изначально та сфера, где клиент работает со своими деньгами. Правильно? Ну, конечно, нужно несколько слов. Да, и минимальный тип счета... Да, минимальный тип счета, это я имею в виду ваш капитал, чтобы вы выбрали лично для себя свой капитал. Лично я рекомендую вам как поступить, Константин, я вам рекомендую начинать с самого минимума. А вы мне вот подскажите, вот вам вообще с какой суммы было бы удобнее начинать работать? А вот скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите с вашим аналитиком работать, а насколько вообще можно доверять той информации, да, которую даст вот аналитик, и насколько можно быть уверенным в том, что... На ней есть возможность заработать, а не потерять. Да, смотрите, прекрасно понимаю ваш вопрос, могу вам на него ответить. В первую очередь, как можно доверять? Я могу вам сказать так, что сам аналитик, который с вами работает, он получает 10% комиссии с вашей чистой прибыли. То есть, если вы, к примеру, Константин, ничего не заработали, а наоборот, ваши деньги потеряли,
ваш аналитик с этого абсолютно ничего не получит, ни одной копейки. Если же вы будете зарабатывать, тогда, естественно, будет зарабатывать аналитик. У одного аналитика, чтобы вы себе понимали, находится в фокус-группе 10 человек. То есть 10 клиентов, с которыми он периодически связывается, для того, чтобы там сообщить какие-то новости, какую-то информацию по каким-то сделкам. То есть точно так же будет и с вами. Я вам поэтому, собственно говоря, и рекомендую сначала поработать первую недельку, чтобы вы просто увидели, что деньги действительно у вас на балансе растут, а не наоборот уменьшаются. Ну и, соответственно, чтобы вы уже были в этом уверены, чтобы вы уже могли со спокойной душой начинать с нами работать. Естественно, да, с первого раза так поверить сложно, я вас прекрасно в этом плане понимаю. Вот у вас, если есть ваша любимая женщина, я думаю, что вы тоже, когда ее встретили, вы с первого раза ей тоже не начали доверять. Проходит какое-то время, вы сначала узнаете получше человека. Вот тут точно такая же ситуация. Проходит время, вы узнаете немножко получше компанию, проверяете сервисы на качество, а потом уже, естественно, можете делать какой-то вывод лично для себя. То есть, если есть какие-то вопросы, вы мне, естественно, Константина, задавайте, потому что конечно, я могу... Конечно, все тот же, вы на него так и не ответили. Насколько я могу быть уверенным, так сказать, в качестве той информации, что на ней можно заработать, потому что желание вашего специалиста получить 10% моей прибыли не является показателем его компетентности и качества предоставляемой информации. Как вы считаете, это же логично? Да, естественно, это логично. Ну, я смотрите, ну вот вы как сами считаете, вот даже я вам приведу самую банальную сделку, на которую там, если вы сегодня будете начинать работать с аналитиком, на которую вы даже попадаете сейчас. Вот вы мне скажите, вы вот какие вообще последние новости про компанию «Газпром» слышали? Вообще как-то новости мониторите себе периодически? Ну, поскольку. Ну, как получается? Расскажите, что там за последние новости про компанию «Газпром». Смотрите, я вам могу сказать так, что компания «Газпром» сегодня поставила рекордную партию газа в Китай, за что получает сумму в размере 98 миллиардов рублей. Поэтому сегодня показывали по телевизору, утром, по утренним новостям, также в интернете можно это прочитать по сей день. И вот как вы думаете, если вот такая сделка происходит, вот вообще для самого «Газпрома» это выгодно, либо же нет? Конечно, выгодно. Ну, естественно. А вот как вы думаете, если в течение там часа, либо же двух, в компанию придет такая огромная сумма денег? Акции этой компании вырастут, либо же наоборот упадут? Что у вас там за истерики происходит? Что вы говорите? Ну вот истерики у вас там на заднем фоне. Истерики какие-то и аплодисменты. А, нет. Что это такое? Истерики, это у нас, можно сказать, у нас такой, как это слово правильно называется? Ну, это неправильное слово, но я вам просто скажу, какое первое в голову пришло. Это, можно сказать, такой ритуал, когда закрывается какая-то крупная сделочка. У нас, соответственно, какой-то один определенный отдел, который эту сделочку помог клиенту закрыть, он, можно сказать, сразу ее встречает такими минимальными аплодисментами. Ну, вот видите, буквально там 30-20 секунд уже никаких аплодисментов нет. Ага. Ну, это дело такое, это абсолютно не важно, то, что у нас тут происходит на офисе, вас, в принципе, как-то не волновать даже не должно. Ну, вернемся к предлагаемой вами операции, да? Да, то есть, я вам о чем говорю, что акции компании «Газпром», они в любом случае вырастут, и на росте этих акций вы сможете заработать до 16% уже сегодня. То есть вы за счет одной сделочки сможете себе заработать до 1000, либо до 1500 рублей. Я вам что предлагаю? Я вам как раз предлагаю попробовать. Да, там, недельку поработать. Рублей можно заработать, это в процентном соотношении, сколько, так скажем, от вложенных средств. И насколько вырастут акции «Газпрома» и за какой период? Да, смотрите, вообще, как это все происходит? Вот происходит сделочка в Китае. Да, там сейчас пока вся документация, вот это все будет подтверждаться. В любом случае, акции «Газпрома» сейчас пока что не вырастет. Сейчас вы немножко за этой ситуацией следите. Сейчас цена одной акции «Газпрома» стоит 168 рублей. А наши аналитики прогнозируют, что после этой сделочки цена за одну акцию «Газпрома» будет минимум 190 рублей. А минимум, скорее всего, даже подскачивает до 200 рублей. Это, опять же, в зависимости от вариативности самого рынка. То есть поэтому на этой сделочке это произойдет, по вашему прогнозу? Акции вырастут уже на протяжении буквально нескольких часов. Потому что сейчас эта сделочка уже произошла. Ага. Ну вот смотрите, да. Как бы, да, вы говорите, что эта информация прошла по центральному телевидению в новостях еще с утра, да, но насколько вы понимаете, по центральному телевидению не знаю, если честно. Я просто вы сказали, с утра это было в новостях.
первый канал, который включил, да, вот там это закрутили. Вот. Так, ну, если вы работаете на фондовом рынке, то вы знаете, как бы, это рынок ожиданий, да, да, здесь, как бы, цена, она реагирует не на поступление денег на счета «Газпрома», не на подтверждение, да, а на сам факт, так скажем, заключения рынка. Это рынок ожиданий, то есть люди ожидают, что она платят, и она сразу же, понимаете, уже, если здесь был заложен какой-то, так скажем, ценовой рост в этот импульс, да, то он уже себя отработал. Как еще? На чем еще? Это вы говорите про информативное поле. То есть, да, то есть, когда там происходит какая-то ситуация, происходит там, допустим, какое-то выступление какого-то политического деятеля. Да, он там сообщает какую-то новость про какую-то одну из компаний, вследствие просто его слов акции могут вырасти. Тут же идет ситуация немножечко другая. Про эту поставку газа уже было известно еще полмесяца назад. Но, тем не менее, до тех пор, пока акции «Газпрома», они уже постепенно начали расти. Потому что, к примеру, если взять ситуацию 3 дня назад, была 160 рублей за одну акцию. Сейчас уже постепенно, за 3 дня, уже 168 рублей. После того, как окончательно данную сделочку подтвердят, акции вырастут в любом случае. Это я вам могу сказать 100%, потому что это происходит циклично. Вот, например, как с той же самой компанией «Кока-Кола». То есть «Кока-Кола» вот тоже, мы очень эффективно зарабатываем на «Кока-Коле». Что происходит циклично? Подтверждают сделочки? Я имею в виду, что циклично акции компании «Газпром» ежегодно растут именно в последний месяц перед Новым годом. Потому что это самый прибыльный месяц, это отопительный сезон. Ага. Они даже просто вот... Если не происходит никаких сделок, они сами по себе растут, там, по рублю, по два в день. Вы вот даже можете на график зайти, в интернете есть график по компании «Газпром», вы увидите, что она постепенно идет вверх. Медленно, но можно сказать уверенно. А циклично я вам говорю, потому что вам хотел навести пример с той же самой «Кока-Колой». Потому что та же самая компания «Кока-Кола» за месяц до Нового года ежегодно запускает свою рекламную кампанию по всему миру. Ну, у нас, например, сейчас в России рекламу, скорее всего, крутить не будут. Думаю, по понятным для вас причинам, потому что санкции и все такое. Но это не отменяет того факта, что данная рекламная кампания, она происходит по всему миру. И, соответственно, вот сами вы видели не раз вот эту рекламу. Этот праздник приближается. Красный фургончик, новогодняя песня. И циклично это происходит каждый год. Акции Кока-Колы за месяц до Нового года начинают резко расти. Ну, потому что, соответственно, растет спрос. Ну, вы видели эту рекламу, да, сейчас? Нет, сейчас я не видел, потому что я же вам говорю, сейчас санкции, сейчас этой рекламы нет. Ага. Я вам просто говорю, что эта компания с мировым именем данную рекламу крутит по всему миру. И у нас вот ее тоже крутили относительно недавно. Но сейчас вот видели такая ситуация, что, к сожалению, некуда. То есть, вот я вам навел таких несколько банальных примеров, на чем вы можете заработать вот за этот месяц. В следующий месяц будут уже немножечко другие средства, в зависимости от того, какая будет ситуация на рынке. Я, в принципе, вам могу констатировать и рассказывать все там день, два, три, но в любом случае от этого ничего не изменится, пока вы не попробуете и не увидите, что действительно вся эта система работает. Пока вы не попробуете, вы не будете мне верить, вы не будете верить нашей компании, вы не будете никому верить. Я вас даже в этом плане понимаю. То есть не могу вам даже ничего сказать. Поэтому все, что я вам рекомендую, взять хотя бы недельку тест-драйвов, попробовать, да, а потом уже делать для себя какие-то... Ну, тест-драйвы вы подразумеваете на этом, как он называется-то? Тестовый счет, да, виртуальный счет, или как это там называется у брокеров? Ну, смотрите, у вас в любом случае ваш счет уже есть. За вами ваш счет сохранился еще после регистрации на наш... По вашему номеру телефона, по вашей почте, которую вы у нас оставляли, и также по вашему фамилию, имя, отчество, которое вы у нас оставляли. Ага. То есть у вас уже торговый счет есть. Вы просто делаете активацию вашего торгового счета. Это вы мне так брокерский счет открыли, да? По фамилии, имя, отчеству, телефону, электронной почте. Ага. Нет, ну какой брокерский счет? У вас просто есть ваша торговая площадка на бирже, которая сейчас за вами уже закреплена. Она еще не активна. Прямо на бирже, ага. Ясно. Ну, я вам могу отправить ссылочку, вы самостоятельно посмотрите. Да, отправьте, если вас не затруднит. Да, хорошо, конечно. А вы там WhatsApp, Telegram, чем-то таким пользуетесь, чтобы Telegram, мне было куда вам Telegram. Отправить? А, Telegram. Все, хорошо. Тогда буквально несколько секунд. Так, только ваш номер телефона вот возьму сейчас. Так, у вас вот номер телефона на 90-93 заканчивается, правильно? Все верно. Так, все, замечательно. Сейчас, только секунду, ввожу ваш номер телефона, сразу вас подпишу, чтобы у меня уже были в контактах. Так,
номер телефона. Константин. Так, добавить. А, да, все, сразу вас нашел. Все, смотрите, сейчас он тогда написал «Здравствуйте» в Телеграм. Я вам просто сразу ссылочку на торговую площадку послать не могу, потому что если сразу ссылочку вам отправляю, Телеграм может это воспринимать как спам. Вы мне сейчас просто какой-то смайлик отправьте в ответ. Я вам сразу, соответственно, отправляю ссылочку на торговую площадку. Вместе с вами с ней ознакомимся. Так, вижу, что сообщение уже мое прочитали. Ага, вот, ваше сообщение также вижу. Сейчас, тогда секундочку, ссылочку вам отправлю. Ссылочка есть, вам ее отправляю. Вот, только что ссылочку вам отправили. Смотрите, вы сейчас переходите по этой ссылочке, у вас там будет два варианта. Вы либо же сразу попадете на торговую площадку, так как только недавно свои контактные данные оставили, либо же у вас будет просто страница «Вход в регистрацию». Если вход в регистрацию, тоже ничего страшного, я вам просто помогу, как правильно зайти на торговую площадку. Вот вы мне сориентируйте, что вы перед собой видите после того, как по ссылочке перешли. Я попал сразу на торговую площадку. А, тогда вообще замечательно. Тогда мы с вами, соответственно, сможем с этим моментом разобраться немножко побыстрее. Видите, вы когда попадаете сразу на торговую площадку, перед вами открывается такой график, можно сказать, такие японские свечи. То есть зеленый цвет цена растет, красный цвет цена падает. Угу. Да, и видите, у вас там также в нижней части вашего экрана есть такое черное меню, черная панелька. А на ней есть 5 разных меню. Напомните, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Евгений. Евгений. Евгений, а вот такой вопрос. Вы говорите сейчас, акции «Газпрома» 168, а я вот смотрю по вашему же графику, они 157. Сейчас посмотрю, секундочку. Ну, тоже могу ошибаться, сами понимаете. Акции «Газпрома», они где-то постоянно... Вы потеряли где-то. Может быть, я с вами не спорю, все может быть. И они упали только, получается, с трех дней. А, да, смотрите, вы абсолютно правы. Сейчас 157 рублей 98 копеек. Угу. Да, сейчас, видите, немножко, даже давайте по графику сейчас посмотрю. Да, как-то немножечко вы ошиблись. Вот, Евгений, все-таки в связи с этим тогда у меня, я повторю вам вопрос. Вот да, видя вот вашу такую досадную ошибку, да, на которую я случайно обратил внимание, как я могу доверять как бы информации от вашего аналитика, вот да, когда вы немножечко ошиблись, он не три дня растет. Так вы посмотрите, вы даже можете по самому графику отследить, вот вы можете посмотреть на этот график, вы видите, у вас там слева от графика, вы можете выбрать актив. И вы можете там выбрать актив «Газпром». И вы даже посмотрите на сам график, что он вот просел буквально недавно. Да-да-да, как раз вы сказали, что это, да, сделка давно осуждается, да, в итоге там... Я даже вижу, соответственно, этот график. Да, я тоже вижу. Вот сегодняшний день, вы можете посмотреть, 22 декабря произошел небольшой спад. Но, опять же, это ничего страшного, я думаю, вы сами, кстати, понимаете, что акции «Газпрома», они в любом случае выросли. Потому что нам... И декабрь, тенденция на падение... Ну, тут немножко у меня возникает как бы сразу вопрос вашей квалификации и квалификации предлагаемых вами специалистов. Смотрите, я здесь, давайте сразу вот определим такой момент, я здесь не для того, чтобы вам доказывать свою квалификацию. Вы, если заинтересованы, вы сами проверите, посмотрите и поймете, что я вам не рассказываю здесь какой-то бред. Да, вы сами прекрасно понимаете, что на этом можно заработать. Ну, вот... Какой вы даете прогноз в течение какого времени вырастет до 190 рублей? Что, простите, немножко не услышал. Акция «Газпрома», вы сказали, она вырастет до 190 рублей, возможно, даже больше 200. В течение какого времени это произойдет, по вашему прогнозу? В течение нескольких часов. Точнее, вам сказать не могу. Нескольких часов. Евгений, ну давайте мы с вами так договоримся, да? Вы мне перезвоните через несколько часов, и мы просто посмотрим, что произошло с акцией «Газпром». После этого, ну, у меня возникнет, так скажем, хотя бы какое-то минимальное доверие к вам, да? То есть, ну, вот в данном случае, как бы просто...
Вы показали не то, что как бы, ну, вы ошибаетесь, да, я своими деньгами не привык рисковать. Евгений, вы же предлагаете мне внести деньги, да, и начать на них, так вот. Давайте начнем с того, что вы меня выслушаете, не перебивайте, потому что когда вы говорите, я вас не перебиваю. Да, я вас тоже не перебиваю. Вы сейчас меня перебили и сказали, чтобы. Но я вас не перебивал, как-то странно немножко получилось. Это вы на конструктивную критику так среагировали болезненно. Константин, у меня нет никакой болезненности, потому что я вам не представлялся аналитиком. Я не являюсь специалистом аналитического. Нет, но вы же мне предлагали на этом заработать, Евгений, как так? А тут ну давайте мы проверим. Я же понимаю, что да, раз вы предлагали заработать, значит вы в этом были уверены. Давайте мы с вами свяжемся через пару часиков и посмотрим, будет ли там 190. У нашего отдела через 57 минут, 7 часов по московскому времени заканчивается смена. Вы мне предлагаете оставаться на 2 часа после работы, чтобы вместе с вами проверить. Нет, ну давайте завтра свяжемся. Давайте свяжемся завтра и как бы уже, так скажем, исходя из показаний как бы графиков, да, мы с вами решим. Как? Я считаю, это такое справедливое предложение, честное. Как считаете? Ну, кстати, я же вам говорю, мне без разницы, что вы будете приступать сегодня работать, что вы будете приступать завтра работать. Ну, тем более. Я просто не буду за вами бегать. Вы меня поймите правильно. Есть клиент вот такой, как вы. Есть еще тысячи клиентов, которые придут после вас. Вот я сейчас вот здесь вложу трубочку, после того, как говорю с вами, вложу трубочку. Uh-huh. Я сразу буду говорить с другим клиентом. То есть, да, который Евгений, будет конечно, там же, все будет правильно, слушать, все он будет правильно. Принимать определенное решение. Конечно, если конечно, вдруг Евгений. Сейчас в течение этого... Константин, вы меня слушаете или вы просто... Да, я слушаю вас. Нет, почему дурачка валяет? Я вам пытаюсь что-то сказать, вы да, да. Вы пытаетесь мне сказать, что вы будете звонить другому клиенту. Я вас понял, да, хорошо, я абсолютно с вами согласен. Это здравый подход. Вот. И, ну, давайте с вами созвонимся завтра и посмотрим, насколько ваш прогноз отработал. Константин, я вам неправильно говорю. Я вам говорю о том, что если вдруг сегодня мы прозвоним еще несколько клиентов, и они захотят с нами работать, завтра вы уже с нами работать не начнете. Вы это понимаете или нет? Ну, ничего страшного. Брокеров, благо, много. Я думаю, что это не будет проблемой. Ни для меня, ни для вас, тем более... А каких вы еще можете брокеров назвать в Москве на сегодняшний день? Можете мне хотя бы несколько назвать? Ну, я не знаю, какие... Финам, БКС, Атон, Цифроброкер, это бывший Freedom Finance. Вы с ними работали когда-то? Я ни с такими брокерами пока не работал, но я не вижу проблемы, понимаете? Я не вижу проблемы открыть брокерский счет. Вы не видите проблемы, но вы, тем не менее, говорите, что вы этим пользуетесь достаточно давно, но, тем не менее, вы до сих пор не приступили работать. Я и сейчас не тороплюсь, Евгений. Вопрос в том, что я не тороплюсь. Конечно. Вот видите, мы как с вами наткнулись на вот такое вот некоторое расхождение ваших слов с реальностью, да? И, так скажем, это вызвало у меня определенные, так скажем, подозрения в компетентности ваших специалистов, да? Ну, понимаете, если вдруг я заведу вам деньги на счет, да, и вы говорите, все отлично, сейчас будет рост, а там тенденция на спад. Ну, вы же понимаете, что я просто потеряю деньги. Вот. Ну, так что вот так вот. Я человек, как бы, так скажем, с некоторым опытом, да, осторожный. Я жадный человек, даже более вам скажу, местами скупой. Я не принимаю никаких необдуманных решений эмоциональных, да, я, как говорится, 100 раз отмерь, один раз отрежь. Это вот примерно про меня. Да, я вас слушаю, продолжайте. Все, я как бы изложил свою точку зрения. Да, я вас услышал. Ну, вы мне просто сказали вот такую вещь, что я там вам сейчас куда-то положу деньги. Вы по себе как-то... Вы предлагаете мне пополнить счет, правильно?
Я вам вообще ничего не предлагаю, господин. Я вам предлагаю попробовать начинать работать в нашей компании. Ну, правильно. А вы же вы хотите, не хотите. А начинать работать с чего? На демо-счету вы сказали, что у вас нет демо-счетов. И предложили мне пополнить с некой минимальной суммы. А, это разве мне не предложили пополнить счет? Константин, вы смотрите, я просто вам говорю действительно очень много. Евгений, очень плохо слышно, вы далеко от трубки, и там у вас музыка грохочет очень сильно. Могли бы в трубочку говорить? Я говорю, Константин, вот, что... Вот, так получше, ага. Благодарю. Я вам говорю очень большое количество информации. Вы просто из этого очень большого количества информации выделяете 1% и акцентируете на нем внимание. При том, что акцентируете внимание очень сильно и немножко неправильно понимаете, что происходит. Во-первых, вы не пополняете ваш там счет там куда-то в нашу компанию, либо же нет. Биржа, она существует отдельно, мы просто на ней работаем. Это не наша биржа, я вам сразу это говорю. И вы делаете активацию вашего торгового счета на лично ваш счет. То есть деньги остаются вашими в любом случае. А личный мой счет, он где открыт? На этой бирже, про которую я вам говорю. На бирже. А что это за биржа? Конечно. Но я же вам отправил ссылочку, вы можете зайти посмотреть. А вот это вот биржа, да? Да, конечно. Биржа называется Investing LTD. Что вы говорите еще раз? Биржа называется Investing LTD. Это домен называется, это называется А ссылочка. Биржа какая? FIP Investing называется биржа. Можете даже в интернете посмотреть. FIP Investing? FIP Investing. IFIT Investing. Ага, это такая биржа, да? Да, конечно. Ага. Ясно. Ну, Евгений, я, к сожалению, как бы, да, так скажем, немножко вот у меня ваша ошибка такая досадная, она зародила во мне некоторую долю сомнений, и поэтому я, знаете, давайте... Это нормально, но... Евгений, дайте, пожалуйста, в трубочку, очень-очень плохо слышно, пожалуйста. Говорю, Константин, если вы сомневаетесь, это исключительно ваше дело. Я просто хочу вам дать понять, что сейчас, я же вам говорю, буду звонить другим людям, они займут место, завтра вы работать уже, скорее всего, здесь не будет. Скорее всего. Может быть, места и будут, я еще не знаю. Поэтому вы себе подумайте, примите какое-то решение, чтобы вы могли его принять вот хотя бы в течение получаса. Потому что, поймите меня правильно, что наша компания, что там какая-то другая, как вы говорите, брокерская компания из списка, которую вы мне назвали, они не будут с вами работать таким образом, что они вам дали информацию, предложили поработать, а вы сказали, хорошо, давайте там я сейчас подумаю еще день, два, неделю, месяц и так дальше. Клиентов очень много, места вакантны. Вы в любом случае, если хотите работать, начинайте, пробуйте. У вас деньги никто не забирает. Конечно, если вам нравится конечно. Работать в нашей компании, выгодно, чтобы вы зарабатываете, потому что мы не получаем денег с того, что вы теряете деньги. Вы можете это понять или нет? Да, я понимаю, но, так скажем, отсутствие у вас прибыли, когда я теряю, не является доказательством того, что, по вашей информации, можно заработать. Да, вы в данном случае допустили такую очень досадную ошибку, сказали, что это... Я вам просто предлагаю самый простой вариант. Давайте мы все-таки с вами до завтра этот вопрос отложим. Вот вы сказали, сегодня вырастут акции, да? Давайте отложим этот вопрос до завтра, и завтра с вами созвонимся уже, и, так скажем, глядя на результаты, мы с вами поговорим более четко, более обоснованно. Вы мне даже не говорите то, что если акции действительно вырастут, как я вам сказал, что вы будете начинать с нами работать. Вы мне рассказываете, что я вам позвоню, и мы с вами еще раз будем уже говорить. Вы, Константин, вы меня за кого принимаете? Я не буду с вами завтра тратить еще полчаса своего времени на то, чтобы вы мне сказали, что я опять подумаю, либо если я передумал. Нет, Евгений, завтра будет завтра. Завтра будет... Наш диалог, будет зависеть от того результата, да, который вы спрогнозировали. Вот. Если результат оправдан, ваши действия, что вы делаете? Мы с вами решим, как мы поступим.
Нет, ну подождите, ну вы мне скажите, как это мы с вами решим. А вдруг вы мне завтра скажете, да, Евгений, действительно, ваш прогноз сбылся, но я не буду с вами работать. Ну, Евгений, понимаете, вы понимаете, в чем между нами разница? Я вам скажу, да, если ваш прогноз не сбудется, вы просто завтра не позвоните. Все ведь так? Нет, я же вам говорю про результат, когда прогноз сбывается. Вот я вам завтра звоню. Так и я про то же. Ну, нам сейчас смысл обсуждать действия друг друга, да, не зная результата. Просто если вы мне говорите, хорошо, Евгений, если ваш прогноз работает, да, тогда я завтра начинаю с вами работать. Звоните мне в это время, я с вами начну работать. Но вы мне рассказываете, что даже если он сбывается, я вам звоню, и мы только тогда с вами будем говорить. Евгений, смотрите, как получается-то. Вы вот настаиваете на том, чтобы я вам что-то пообещал, это, да. А я вот вижу просто расхождение ваших слов с реальностью, да. Вы мне говорите, что 3 дня уже растет, это, да. Ну, вот так, как-то странно получается. Константин, посмотрите на график. Константин, посмотрите на график. Я вижу график, да, он у меня открыт, конечно, он у меня перед глазами, да. И что вы видите? Да, я вот, смотрите, вы посмотрите график за месяц, возьмите, да, и вам понятно будет тенденция. Ну, откройте график, я вам еще раз говорю. Я его открыл, Евгений. Что я должен здесь увидеть? Скажите мне, пожалуйста. Ну, вот вы, видите, говорите про тенденцию. Вы видите, что была 3 дня действительно плюсовая тенденция, либо же нет? Это не тенденция. Тенденцию можно смотреть только в ретроспективе, да, а тенденцию за 3 дня ее никто не... Вы посмотрите, как бы, да, вот за месяц ее как минимум. Но вы мне рассказываете... За вот эти последние... Но вы же мне тоже рассказываете, что сегодня цена акций 169 рублей, вы сказали, да? Ошиблись всего на 12 рублей. Ну, я понимаю, это мелочь, но по сути это практически 8% от стоимости. В общем, Константин, давайте мы с вами договоримся на каком-то определенном моменте, потому что, ну, я слышу, что вы как бы... Ну, как будто вы просто ради интереса свои контактные данные оставили. Нет, и совершенно нет. Конкретно помочь применить. Я совершенно не ради интереса оставил. Просто я же говорю, некоторые вот, так скажем, то, что, как видите, да, я вот зашел, вы мне сначала предложили на чем-то заработать, да, я зашел на график, вижу, что тенденция к понижению, да, а вы мне говорите, что на этом можно заработать. Это, понимаете, это... Ну, вы меня понимаете, да, это вызывает, как бы, если я до этого был немножко не уверен, вот смотрите, если я был немножко не уверен, как бы, да, так скажем, в правильности ваших слов, что сейчас, так скажем, мои подозрения, они усилились. Вот. Евгений, вы пропали. Нет, я здесь, я никуда не пропал. Да. Угу. Вот, примерно такая история, Евгений. Я же вам говорю, я человек... Я вашу историю услышал уже, ну, вы мне 10 раз повторяете одно и то же, что там тенденция, я вам сказал, вы увидели. Да-да-да. Конечно, Евгений, вы же мне так же повторяете, что я вам совершенно не интересен, вы сразу начнете звонить другим людям, и завтра места уже не будет, да? Мы тут с вами в этом плане похожи. Вы мне тоже это уже повторили раза 3. Константин, вот я же вам о том же и говорю, что вы слышите то, что я вам говорю, но вы зацепляетесь за какую-то информацию, искажаете ее. Евгений, что я исказил? Ну давайте раз пошла такая пьянка, что я исказил? Константин, вы мне говорите, что я вам якобы сказал, что завтра не будет мест. Я вам четко сказал, Константин, что если мы на протяжении сегодняшнего дня, вот у нас 45 минут получается, 44 минуты до окончания смен. Если мы за это время набираем достаточное количество клиентов, завтра уже свободных мест не будет. А вы мне рассказываете, что я вам говорю, что завтра уже точно мест не будет. Я этого знать не могу, Константин. Все зависит от количества клиентов. Я вам про это и говорю, что вы изначально пришли для нас для чего? Для того, чтобы попробовать проверить что-то для себя. Конечно. Вы мне вообще объясните, каким образом вы собираетесь проверить, если даже при условии, когда прогноз сбудется,
прогноз сбудется. Вы, завтра мы с вами созваниваемся, и вы мне говорите, что я не буду начинать работать, мы с вами просто поговорим. Зачем мне чего вы взяли, что я вам скажу завтра? Зачем вы строите такие прогнозы, Евгений? Просто сейчас, так скажем, ваш прогноз, он показал, что на данном этапе я не могу вам доверять. Потому что же первое же ваше предложение о заработке оборачивается фиаско. Понимаете? Поэтому ну как я могу вам после этого доверять? Послушайте, что я вам говорю. Мне не надо доверять. Вы работаете не со мной. И еще раз вам повторяю, вы не будете работать со мной. Мне доверять не нужно. Я имею в виду не лично вам, да, а ну, вашей компании. Если вы мне говорите, что можно заработать, а здесь мы видим обратное движение, ну, я же говорю, как? Как я могу доверять, понимаете? Послушайте меня. Я просто опасаюсь, что у вас и аналитики окажутся точно такие же, будут точно такую же информацию давать, на которой я понесу убытки, понимаете? А я не привык, я же говорю, я не привык рисковать своими деньгами. Я должен быть уверен, ну, в данном случае, в своем брокере, понимаете? Могу сказать? Конечно. Константин, мне необходимо знать четко, какая у вас ситуация, потому что сейчас в конце смены, я когда буду сдавать отчетность по своим клиентам, я что скажу? Что есть Константин, он мне сказал, что он посмотрит сделку по газу, и завтра, может быть, он со мной, если сделка будет, как я ему сказал, может быть, он со мной поговорит и, может быть, будет начинать работать. Вы можете представить, как на меня наш старший финансист посмотрит в этот момент? Нормально посмотрит. Он поймет, что попался взрослый, осторожный человек. Я не вижу в этом ничего плохого. Да, ну просто видно очень, что у вас действительно опыта никакого не было в работе в сфере инвестиций, как вы изначально и говорили, что вы максимум интересовались, вы немножко Так и есть. У меня нет опыта, я вам сразу об этом честно сказал, я не скрывал ничего, я не прикидывался специалистом, конечно. Я вам поэтому говорю, что если вы мне, Константин, говорите четко, да, что там, смотрите, Евгений, вы мне дали такой прогноз, я смотрю до завтра, если он сбывается, можно сказать, да, я с вами начинаю работать, потому что я вас уверен. Но вы мне, Константин, говорите абсолютно другую информацию, что даже если ваш прогноз сбудется, я с вами буду разговаривать. Ну, то есть то, что я с вами работать буду, вы мне не говорите. Так вы мне объясните, Константин, вот просто вот такой момент. Зачем мне на вас тратить время свое сегодня и завтра, если даже вы не точно будете начинать работать, если я могу просто взять другого клиента, который заинтересован изначально работать? Можете мне объяснить? Да, конечно, конечно, Евгений, понимаете, ну, мы же взрослые люди, да, никто никого ничего заставлять не будет, но вы же прекрасно понимаете, да? Ну, зачем нам эти глупости, да? И, соответственно, если ваш прогноз отработает, будем работать, не отработаем, я думаю, вы просто не позвоните. Алло, Евгений, вы пропали. Ну, то есть вы мне говорите, что если прогноз сбывается, вы завтра точно начинаете работать. Я вас услышал. Евгений, к чему вот эти «точно я начинаю работать» я или «я не объяснил, точно»? Я уже вам объяснил, к чему, Константин. Из-за отчетности в конце смены. Евгений, а если ваш прогноз не сбудется, что тогда? Константин, я вам могу сказать, что прогноз может не сбыться только в промежутке несколько рублей. То есть если там я вам позвоню, акции будут... Если я вам позвоню, акции будут не 190 рублей, а 187, простите меня, я думаю, что вы все-таки все равно поймете, что на этом заработать можно. Да, я пойму. Ну вот. То есть вот такая ситуация. Поэтому я вам и говорю, что... Да, вот, а что будет, если они будут 160 рублей? Что или вы говорите? 156. Что будет, если 160 да. рублей? Да. Что тогда будет, Евгений? Вы выйдете на Красную площадь и скажете, что вы нехороший человек, разденетесь и будете бегать из конца до края, или как? Да, ради бога. Да, ради бога. Ну, ради бога, тогда, значит, завтра, если ваш прогноз сбудется, если вы даете такие обещания, да, то я легко буду с вами завтра работать, если ваш прогноз будет. Все, я вас услышу, Константин. Да мне подскажите, когда вам можно будет завтра по московскому времени перезвонить?
Да, прям с утречка мне можете набрать. Прямо с утречка. Прямо утро. Все, я вас услышал. Хорошо, давайте тогда до завтра. Завтра с вами созвонимся и будем начинать работать. Да, да, Евгений, конечно. Хорошо, договорились. Все, хорошо, всего вам доброго. До свидания.